Гололед шел по улице и упал. И боком, представляешь, задом, ничего себе, и головой по лестнице. Основные кости, крестец, череп целы. Позвоночник практически не пострадал, не выпрямился. Был кривой, остался кривой. В общем, удачно упал. Но сильное сотрясение мозга, который в голове. И как следствие раздвоения личности. Мозг от сотрясения разделился на две части. Теперь иду, вижу, старушка хочет дорогу перейти. Хочет, а не может. Одна часть мозга говорит: переведи старушку-то охламон, сделай доброе дело. А вторая часть говорит: сдалась тебе эта старушка. Может, она торопится на кладбище. Ты только помешаешь. В транспорте матом кто-нибудь запустит, так что стекла дрожат. Одна часть мозга, которая больше пострадала, говорит: что за безобразие такое? Подойди, дай ему в нос. Вторая: а если он тебе? Жена как-то говорит: давай детям купим какую-нибудь зверюшку. Пусть они не от тебя, ты хоть от животного чему-нибудь хорошему научатся. Я думаю, а ведь она дело говорит. Мне воспитанием детей заниматься некогда. Пусть хоть зверюшка займется. Одной части мозга, так думаю. Тут вторая говорит: от них вонь, от зверюшек. От тебя ты не продохнешь. Что страшно, болезнь прогрессирует. Раньше каждая часть мозга крикнет свое мнение и молчок. Теперь они затеялись диспуты устраивать. А диспуты никогда никого до хорошего не доводили. Недавно у нас с женой диспут закончился дракой. Она заладила: давай сходим с тобой в какой-нибудь театр. Давай с тобой посмотрим какой-нибудь спектакль. Давай сходим с тобой в театр. Прекрасно знает, что меня в театрах укачивает. И все равно: давай сходим с тобой в театр. Давай сходим. 2 года уже мы не ходили в театр. Давай сходим. Ну и, конечно, мозг, он только успокоился от сотрясения, его опять дергают. Он тут же делится на две части. Одна начинает: почему не сходить? Да хоть сегодня. Вторая: ты что, идиот? Сегодня футбол по телевидению. Первая: сходи, посмотри хотя бы, что там у них сегодня дают в буфете. Вторая: да то же самое, что в пивном ларьке. Первая: да сходи, сходи, чего ты тут рядом, люди уважать начнут. Вторая: да пошли они со своим уважением. И представляешь, что получилось в результате диспута. Я пошел в театр, взял там пиво и скорее домой смотреть футбол. Жена в драку, избила меня. Потом говорит: все, мне это надоело, живи один. Забрала детей и ушла. Мне одна часть мозга говорит: да она дура безмозглая. И мать у нее дура безмозглая. И всех у них в роду без мозгов. Она сегодня же вернется на коленях. А вторая часть: такую женщину, даже с детьми и со зверюшкой, лишь бы тебя вонючего рядом не было, любой приютит с огромным удовольствием. Первое: да таких к тебе ты только свистни, тут же табун набежит. Завтра крайний срок, она придет с белым флагом. Вторая часть: чего ты мелешь, чего ты раздуваешься, у тебя даже свистеть не во что. Пока сижу дома, 5-й день без еды. Граждане, берегите мозг, в гололед.